Седераты, седераты. Вот я опять купила горчицу белую. Горчица выглядит вот так. Видите, какие семена. И сейчас я покажу, как она выглядит на моем участке. Вот так хорошо поднялась горчичка. Она уже, видите, цветет. Показываю еще раз картинку. Вот она, горчица белая. И здесь, конечно, аннотация очень хорошая. Отличный седерат, неприхотлив кислотности посева и ухода. И хорошо разрыхляет почву и наполняет разными полезными элементами. В основном сантиметров 50, но смотрю, вот там впереди около метра выросло. Видимо, там было влаги немножко больше. И теперь моя задача срезать седерат по серединке грядки, где я посажу растения подготовленные, а вот эту часть я оставлю для образования семян, так как покупать даже по такой цене, как купила я пенсионерам, все-таки, я считаю, дороговато. Но из всех седератов самая дорогая фацелия. Очень уж красивая, полезная, но дорогая. Итак, сажайте седераты. Это очень полезно для почвы и затем для растений.